Две недели прошло, две недели мы этого ждали, и мы снова возвращаемся. На канале Красброни 14 эпизод игры «Цвет денег» сезона 2017 года. Здравствуйте, дорогие мои друзьяшки. Хрю-хрю. Привет-привет. Давай банкротить тебя будет. И насколько вы, Денис, в этом уверены, что вы банкротите? Ну, не знаю, процентов на 45. На 40. А остальные 55 где? Где-то там. Какие сильные заявления, а? На горизонт. Ну, тогда давайте разберемся со всеми делами. До конца года у нас осталась всего лишь одна игра. Она состоит у нас 30 числа. Что на ней будет, узнайте чуть позже. Следующий вопрос. Что я хотел сделать со своими 1900, своими очками? На момент игры, не знал, когда она была, у меня было 1960 очков. Я эти все очки решил распределить между интерактивом, которые оказались после меня, и также между теми, кто сегодня пришел на игру. Так, ну и на только что зашедшего участника я пока еще не прописал в переменную, но полный интерактив сейчас выглядит вот таким образом. Браво! Поэтому сегодня у вас будет борьба за за третье место в интерактиве. Сейчас мы еще одного добавим, чтобы все было по-честному. Ну и мы по традиции мы начнем игру с отборочного тура. Куда же без этого? Сейчас я вам дам 6 цветных машин, в которые суммы от 1 до 6. Ваша задача в течение полминуты голосовать на канале, какую машину взять. Принимаются только названия машины, которые видите на канале, без учета регистра. После голосования я запускаю машину. Ваша задача отправить мне в приват Q или мягкий знак без кавычек до того момента, как прозвучит сирена. Участник, который впервые всех угадает максимальный порог, пройдет в игру. Сколько его себе? 8? 56. Ай. Нет. Ше! Ут ПФ Хэнеджи! Ну что, раз уж... Задайся, как обычно, пьян. Раз уж вопросов нет, давайте... Задание... Голосу мать! Бедная Фанданга, Габадыч, Лос Небед, 180, Лес 177М, Архипова. Голосование началось. Посыпались. Денис, без ошибки, пожалуйста, напишите. Кто один раз написал? Конечно, 180 тысяч. Пожалуйста, напишите на канал. Нормально. То. Я не. Так. Ты же правильно. Придется итоги подводить вручную. Ты написал SU80. Я написал D, алло. Да, ты написал SU80, да. Ты написал вот это, поэтому твой голос не засчитал. У нас ничья. У нас фонтанка команды сверстки. Прими решение сам. Ну вы поняли. Браво! Ну что, Орех, приготовили свои приваты. Куда отправлять, вы сами знаете. Поехали. Ну чё, Копатыч, будь богатым.
Евреи. Но желательно всем поучаствовать в отборе. А у нас... Браво! У нас есть участник. Это Патрик Потопа. Yeah! Кто бы сомневался? Yeah! Ламон. Ну он... Ну что, карты на стол? Карты на стол. Наши любимые красные карты. У нас они синие, вы претендуете на 86. А ну, сода у нас спряталась в строке. А где ты А видишь? Какая тут сода? Тут сода. Сода. Букву А я прописал. Пожалуйста, сгенерируйте мне цветовую сумму. Польский вот, Войтович! Вот такой вот набор цветов. Жирный славян 94. Кирпичный Стим. Бирюзовый славян. Кирпичный Прогетециум. Бирюзовое знание. Итак, мы начинаем польский войтой. Потому что мы радим поляки, а не русские. Как мы поляков не любим. Как мы вас любим, господин Заяц? Поехали. Ай. Когда за это ты сейчас полетишь? Я напоминаю, от 1 до 20 рублей. Когда за это то, что ты сказал, ты сейчас полетишь в тартарары. Смотри, чтоб ты не полетел у меня. Хорош, хорош, ман. Да, хорош. У нас поскольку двое не говорящих, поэтому свободу слова мы дадим. Браво. В данной машине. Думаю, это кстати, шедевр. Ну это шедевр, 956. Так. Волжская щука, кто бы сомневался. Позовите сюда славяна, кто-нибудь на канал. Уже его не позовешь, он вышел. А он может занят. Опасная зона у нас до 6 рублей. Браво! Патрик, может мы... Еще лучше. Может мы с тобой быстрее расправимся. После второй машины у нас 10.75. Прошу следующий цвет. Может быстрее, может полегче, ну хз. Знания. Зайня. Какие знания? Поехали. Запуск еще одна. Так, на первых двух машинах даже никто не пытался проскочить в интерактиве. Один, да кто ж знал, что тут мелочь будет. Патрик Потопа находится на втором микрофон 103. Да, там у него 4000 пятачков там, ну как. Он на втором месте, у него 4410 очков на данный момент. Вот уже двое участников интерактива посыпалось. Еще один. Ну, последний был Дима Трофимов. А я там прошел? Ты, да. Угу. Посыпались очки. Смотрим, что было дальше. Сейчас такая будет веселуха будет твориться между... Нет, не буду. Я даже сейчас боюсь смотреть, что там творится. Дымитра свернется. А, нет, он вообще отвалился. Плагиат Эдсу. Окей. Ну? Ну, давай, открывай шарман.
Я ждал, чтобы это кто-нибудь из зала сказал. Шесть поделить на три равно двум. А нет, все-таки. Шесть минимум. Далее до 14. Вы решили пойти по среднему? А, пока ничего не спускай. У меня есть вопрос. Звонок не пускай, потому что звонок закончился из НСТС в 2007 году. А теперь... Ну, другое дело, а то спрятались. Дэн, привет. Привет, Дэн. Давайте посмотрим, кстати, что было далее. А, действительно. Соу-клоус! Вы угадали максимальный порог. Соу-клоус. А, соу-клоус это называется. 10.33 в банке у тебя в Красноярске. Выбирай следующий. А Красная? 24 регион. Зачем Патрику Красноярск? У него есть Польша. Ну, в Красноярске Данил Дебров живет, ему привет. А он, вообще-то, его фамилия Бедный, а второй... второй ну, а второй, Бедный, он, все. Он из Шарипова. Пожалуйста. Итак, Фанданга. Выбирает участник. Да, спасибо за дерево. Вау. Очень было надо. Запускайте шарман. Погнали! Браво! Браво! 10 очков никто не получает. Ну, тем более никто не вляпался. Ну и это тоже хорошо, что никто не вляпался. Ну да. Минус. Да. Боже, подумаешь минус 10 потерять в интерактиве. Ай. Поехали. И дерево еще раз, пожалуйста. Ну, то же самое, только минус рубль. Mm-hmm. Средняя 12 рублей 40 копеек. Увеличилась, блин. Какой ну, рост на 2 рубля 7 копеек. Ну и в интерактиве я вижу зайца. Также Юрасика вижу. Да подожду. Что он делает? А действительно, что он делает? Кто-то мне дудосит приват. Интересно, кто? Я, походу, не успел, да? Ты успел. А Шепель не успел. Вот Шепель это дудосит, наверное. Да, именно. Прям ваш. Денис, маленькую и краткую посылаем, а небольшую. Еще раз? Сейчас посмотрим. Вот сейчас ты просто... Ну все равно, если тут 20, вот то все равно. Пол Шепель не проскочил. Какие? Ну, я вижу только тебя, Вадим, Максима, Диму. Ты
Даниловича и Дениса. Все. Ага. Ну это прекрасно. 1.75 в банке Мику. Да. Ой, тяжело набрать. Тяжело, но реально. У нас в игре еще есть крупняк. Но какой? Первый лоц. Да, пожалуйста. Спасибо. Длительная просьба в следующем отборочном туре принять участие игрокам, которые вообще не играли. А, то есть мне не надо, да? Ну, теперь. Но точно скажу, что сезона 2K18 один участник может сыграть только один раз. Один раз. Мать. Максим Волков угадал максимальный порог. Мне казалось, 13 тут будет. Так. Ну, цветы уйдут. А походу Патрик уже все, наверное, про одну, мне кажется. 15.67. Нет, он еще может играть. Он еще может играть. Да. Но это последняя машина. Нет, подожди, а ты дерево. Чтобы. Он может играть. Нет, он может играть еще две машины. А нет, стоп. Если сейчас он проиграет эту машину, ему... Это будет фиаско, дорогие мои. Итак, лимонадный. А почему? У меня машина не может 20-19 выбить. Не, если нужна озвучка, могу помочь. Можно 20-19 выбить запросто двумя машинами. В чем проблема? Да, но... Получится это или нет, узнаем прямо сейчас. Ну 86 рублей это еще никто не сделал. Вряд ли это сделаю. А, что может быть интересно? У нас опасная зона до 6 рублей. Дальше от 7 до 9. Так, третий столбик. 12 минимум. 12 есть. 14 минимум. Можно брать от 15. Двое по 150 и на этом хватит. А я? А мне как 19? У тебя 130. Мало того, что у среднего увеличится, я хотел установить на 15. Даже если тут 20, то хз. Нет, без сушу. Вы отсрочили свою фиаско на одну машину. А у меня как 160, да? Маме. После 8. Сейчас наша любимая 9-я машина. Как раз 16. Уважаемая аудитория, почему 9-я машина наша любимая? Я не знаю, объясню. Я не въехал в этот прикол. Ну, восьмая, как бы я бы еще допер, тут 8, а 9-я еще. А, пожалуйста, шуточки про слот оставьте для другой игры, спасибо. А, окей. Это уже прошу неоднократно. Для БВС шафа, понятно, все. 9-я машина. Давай, пускай народ подскажет. Уважаемая аудитория, вы помогите игроку выбрать следующую машину. Я вообще хотел другое сказать, ну ладно. Патрик, бери джинсовый. Лиловый. Возьми янтарный. Тисановый. Тисановый. Что Максим подсказал? Лиловый, Максим сказал. Лиловый. Не говори за себя. Энетовый лик и фак и зарарарам парарам. А ты Steam вообще возьми, Патрик. Тоже, блин.
Раз Максим меня подвел, надеюсь, не подведет этот раз. Итак, мы доверимся выбору Максима Волкова и играем машину лиловый. Это фиаско, братан. Ну, Волков, готовься. Тебя открытый скурс. Готовьте. Только после вас. Готовьте свои покушители для фиаско. Запускай машину. А может быть, и он не понадобится, если игрок возьмет 16-рублевую машину. Первый столбец мы миновали. 6 минимум. Я 70 возьму, не хватит. Ну, с тобой согласился я, Денис. Как Денис, который вас слышит. Ну, так, я Костянова не вижу. Увы, Патрик. Нашел кому доверяться. Нашел кому доверять, называется. Ну, 9 рублей на самом деле тоже неплохо. А давайте это по-чуболовому установим. Двадцатка, ну, как хотите. Я бью розовый, но все-таки. Господин умник, а вы вообще что сказали? Я сначала сказал джинсовый, потом стим. Так, сейчас посмотрим, как ты. Давайте строку посмотрим. Надо было... 19! Надо 19, было, а я тебе говорю. Надо было выбирать кирпичный. А я джинсовый говорил, там было 19. Там было 19 джинсов. Угу. Возьми, Патрик. Молодец, возьми с полки пирожок, откуси и положи обратно. Патрик, ну ты вот... А чё хочешь, друг мой? Ну, знаешь, человек не знает, что делать, поэтому... Всё равно проиграл. Спасибо за игру. Увидимся в интерактиве. Да. Полный я покажу после второго игрока, а топ-3 выглядит вот так. У нас, ну, одни и те же у нас. Юрасик, Патрик и угадает. Ну, нормально, чё. Голосовать могу все? Так, поехали. Вы серьёзно? Сырка берите. Возьмите лучше угадайца. Выкиньте в окно. А тут есть такой цвет вообще? Угадайца. Тут такой цвет. Есть нет. Машина алчность, но она вдруг. Этот цвет детской неожиданности, спасибо. У нас отбор завершен, спасибо. И у нас с результатом 3 против 1 и 1 мы играем. Розовые розы, светки клопов. То есть, мне в отборе не надо участвовать, да? Ну, ты в отборе можешь не участвовать. А, ну, я так понял. Запускай машину. У нас просто... На двух проскочило два игрока. Но... У нас проскочил Максим Волков и Денис Касьянов. А в игре Денис Касьянов? Приоритет я дам тому, кто у меня не играл. В игре Денис Касьянов. Не, давай тот, кто позже. Как вас? Нет, это вообще по-странному. Остроку покажи. А что, строка не вышла, что ли? Нет. Строка бы показалась, если я бы... По идее, я должен был пригласить Максима Волкова. А Максим Волков у меня играл уже много раз. Ага, ну понятно. А приоритет я дал игроку, который у меня ни разу не играл еще. А сколько было в пырке рублей? Будем искать. Денис, так. Какой вопрос? Mm-hmm. Думаешь, что это честно, потому что я хз? Ну, как хотите. Ну, вот такое распределение было машин.
Ну, в церкви тоже было немного. А последнее слово за щущим. За щущим. А тем не менее, Денис, я тебя приветствую в игре. Паса. Ну, каково тебе на месте игрока? Ну, если мы сейчас откроем карточку и узнаем, насколько будем играть, тогда уже будет понятно. Ну, давай вторую. Да ё-мэ. Тоже почти максимум. Немногим проще. Это не максимум. Максимум у нас в первой карточке. Первой красной карточке. Что, генерируем задание? Вот такую тебе подборочку подготовили. Так, что тут у нас есть? Сейчас посмотрим. Нам завезли рыбы. Польский Войтович, разумеется. Алла! Мой друг! Потому что там много чего. Потому что ты... Было с этим связано, да. Всякое. Вы, короче, прошли вместе через многое. Да. А насколько Войтович окажется щедрым, мы это проверим. А он... Жлобина редкостная. Ну посмотрим, насколько он жлобина. На самом деле. Ну вот. Я сейчас на десяточку рассчитываю, хотя... А там будет один. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, или до одного. Пуск. Среднюю мы преодолели. Это да. Ну и все. Ах, да. А, стоп, команда, ну сейчас, да, 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 неважно. Но это... 11 это не 10. По крайней мере, я 10 взял. Неплохо. С тобой согласились Дима Данилович, Максим Волков и Денис Лаптев. И соглашайтесь дальше, пока что все нормально. Ну что ж, откроем ловушку. Чё? Патрик, High Stakes отдыхает уже как... Отдыхает. Откроем малышку. Главное, что не подыхает. Из-за флудов, в основном. Ну в этой машине ты всего не доиграл 5 рублей. Ну и ладно. У нас средняя 8 рублей. Надеюсь. Совпадение, не думаю. Луна. Да, луна. Луна, луна, цветы у люц. Я изначально хотел запихать имена по ней, но не стал. Оставил только Sunset и Луну. Поехали. Азаза. Надо было назвать машину София Ротару. Или Еврозаза. Там, я надеюсь, есть лавандовый цвет. Из этого. Или хуторяночный. Ну так дополни. Идея для стартапа. Ну, о, хрену. Оказался немножко жадный. После машины статистика увеличилась на рубль. Давайте откроем здоровенную машину. Ага, это понятно, что это. То есть, я как понял, мы играем... Здоровенного, да, да. Да. Я. Положите мне рыбу на весы. Почем килограмм рыбы нынче? Да. В базаре. Да. В граммах. Ну точно, не рубль. Не, ну язи дорогие на самом деле. Еще давай. Язи дорогие, как твой анус, который ты уже заготовил.
Такое бывает. Хватит. Анус пахнет клубникой только у транса, помните об этом. Проскочил только Юрасик. Исключительно по утрам. Ну-ка. Ну-ка. Неужто реально здоровенный? Неужто. На кило 14 тянет. 14 гоняется за 1 килограмм. Я 12 взял. Мои искренние поздравления. Угу. 8,87. Банки Чувашия. Или очко. Так. Банки очко, на самом деле. Да. Да, за ваше здоровье и за мое очко. Надо вырывать очко на бесконечный слот. А мы отправляемся к лорду Рандому. Да, к лорду Рандому отправляемся. Но мы не доедем, конечно. Там... Ой, ребят, знали бы вы, как у нас мост ремонтируют, в кавычках. Это просто писец. А знал бы ты, как у нас коммунальный мост ремонтировали одну половину? Это, но это тоже... У нас тоже только половина, и то не до конца, до весны перерыв у них. Вон, у нас не знаю, как успели, и что там, нашли какие-то нарушения. Дурдомчик. Дурдомчик, позднее эти статьи мы при... Право! А, тут... а бесконечный слот вас довел только до 2 рублей. Ну, а столько же раундов прошло в последний раз. Так. Хорошо. Вы же знаете, какую машину мне страшно открывать? Какую? Или... Не, алчность там мы сейчас откроем. Тут вообще позади. РТС, что ли? РТС, давайте что ли? Алчность. Итак, окончательный выбор. Алчность. Ну, что стоит? Урсус, какие подлянки в РТС спрячутся, у него это достаточно. Какая Урсус Айснес? Чё, ты о чём вообще? Зайц, вот не напоминай этой записи, я тебе прошу. Это уфафаечность. Давайте, 2 миллиона рублей без 6 нулей. Ай, без 5. 10 рубасов в среднем. Да, да. А тут будет 10. Это двадцатку бы не помешало. Да тут любая сумма не помешает. Отойди. Так, это... что у нас там было? А, ну пофигу. Десяток не было вот этого всего. Черба. На 11 останавливать буду. Сказал, что буду, значит буду. Дэн, я как знал, что здесь 10 рублей, я не зря нажал теперь. 12. Да. Красотень редкостная. О, вот это полезно. Ой. Не, ну после таких подлянок только РТС открывать. Давайте, что там прятается. Прятается яйца. Где-то тут спрятался Хафизыч. А может Воронин? 11. Самое счастливое число Денчика. Ой, не кажется. Говори. Особенно, когда надо уже набирать гораздо больше. А, ну давай. Давайте вскроем. Вот, кстати, покажем. Я тут услышал, Воронин хотел спросить, какой именно, Лёня или Кур? Савелий, который. Лёня то Голубков. Савр. Савелий со Савром. Да. Так. До скольки тянуть будем, ребятушки? Тяни лучше до 13. Ну, сыкотно уже после десятки тянуть. 10 минимум. До 13 тяни, до 13. До 13, хорошо. Не дай бог 6. Край опасной зоны. А мог бы ты заработать больше? Не просто. Я успел. 14 можно было брать. Угу. И 15 можно было брать. 16 нет. И 16 можно было брать. Короче, тут 20-ка. А вот и нет.
Угу. Израиль? Совершенно верно. 25. Да. Да, конечно, положение удручающее. Но играть еще. Давайте отправимся в Крым, значит, судак. Так Крым не твой. Судачок. Жалко, что рандом. Крым Украины. Жалко, что нам рандом не запихал туда. Не можем в Крым, поедем в Крем. В Кремль поедешь? Да. Бархатные ручки. Сосаец, Крым не твой, а Дениса Касьянова. Дорогие друзья, вы продолжайте. Так, пошли шуточки из 2014-го. Yeah. Дэн, до 12 тяни. Трехлетние выдержки, прикольно. Выдержки. До 12, до 12. Ну, 10 минимум. Посидим, да. От 11 идем. Ну, ничего не остается делать, ну, поймать. Молодец. Правда, дальше хуже. Всего лишь на 8 копеек. Да. А я успел, Ваня? Да. Двое по 130. Я был 130, да? Я успел, нет. Да. А я успел тоже. Неужели тут 20? Ага. 20 рублей тут, дорогие мои, 20 рублей. Гоза Шепель проскочил с сумой 200 очков. Красота. Как так? Стрелите его кто-нибудь. Каким оружием будет Гоза Шепель? У меня только холодное оружие есть на личном, поэтому... Надеюсь, Шепель напарывается на минус 90, спасибо. Так, значит, 3 по 12. Не, 12.33. Попробуй 13. Ну, да. 46 рублей. Кирпичный. Вот надо там больше, мало будет. Надо больше драмы добавить. Там мало, Дэн, там 8 или 7 будет. Ну, кирпичей навалим нехило, если там будет мало. Денис. Если будет много, наоборот. Сейчас я обращусь к Денису, который лапки. Какой был вопрос на знаниях про падение? А я уже не помню. Насколько помню, там фигурировал вариант ответа кирпич. Кирпичным яйцам тянем заугадается. Я уже не помню. Запускаем его. Да не переживай, единственный вопрос, на который сейчас полстраны не знает ответа, где НГ отмечать? Где отмечать Новый год, да? Ага, есть хата на НГ. Но... Денис, уговорил же я. Уговорил, что мало будет. 18,5 рублей играть, это уже все бессмысленно. Это уже все бессмысленно, так что сливай меня. Ему рубля не хватило. Я согласен полностью с данной табличкой, поэтому... Ну, это же шоколадная табличка, такая вкусная. Да. Да. Как кирпич. Как кирпич, да. По-моему, было в архиве. Перед тем, как ты все спалишь, я, значит, подозреваю, что или в одуванчике, или в стриме на 19 рублей. А мне кажется, Березовым. Березовского. А я предположу в сером. Нет. Серый таки. А не. А 19 таки было... Ну, во второй строке, короче, где-то. В Ламантине. Я выбрал 17 в архиповой. Мое счастливое число. Меня не подвело. Следующий. Ну что, Денис, спасибо за игру. Это было интересно. Пожалуйста, за игру. Наиграемся еще. Поиграемся и залезем сюда.
меня спрашивали, что творится в интерактиве. Давайте прямо сейчас посмотрим. Но остальная половина не играет. Потому что ее на канале нет. Максима Волкова уже смысла нет догонять. Почему? Да потому что его ближайший преследователь в 1650 очках находится далеко. Если я правильно посчитал. Ваня, смысл есть, догонять надо. Нахрена сюда нажал, отбор. Оп, о, кого мы подвезли. Голосуем. Ну тебе мы точно не выберем. Да... Не засчитывается, Дэн. Дэн, не засчитывается. Это не принимается. Полное название. Там что, прием, да, идет автомат? Да, полный. Дима, ты, да. Который Данилович, ты музыку подобрал, кстати? Я пока ищу. Ты пока ищи, а мы играем оливковый, потому что за него проголосовало трое. А музло для этой игры я имею кое-что. Четыре вообще-то человек проголосовало. Я не знаю, я вижу три, двое проголосовало за Комсомольский, Ламантин и Сансет выбрали по одному. Ну давай, Диланда. Патрик пролетел. Я всегда на робота подставляю, потому что чуешь. А в игре Максим Волков. Да. Ну вот. Ты сыграли за предыдущий непроход. Ну так. Да. Блин, надо было выбирать Комсомольский. Максим, ты обломал уса сайта. Замечательно. Три карты на стол по традиции. Где-то это уже... Замечательно. Завезли тебе подборочку. Где играть? Кость для архиповой. Кобальтовый. Я не расслушал внимательно, пиши, пожалуйста, ответ на канал. Кобальтовый! Я уже понял. Поехали. Запускаем шарман. Попробуйте догнать Максима. Сразу скажу, на этот тур это точно невозможно. Более полтинника разницы очков, это вообще нельзя догнать. Патрик, лучше молчи. А кстати, Дима, на какой-то из игр тебе удавалось вынести в этом районе? Мне удавалось 83 на 12 игре вынести. Еще раз. А мне как-то рановато. Дима Данилович и Патрик Потопа забрали вместе, не влезая, убьют. По 110. Ну, мог бы и на 13 кто-то играть, так и на 13. Больше никто не хочет. Я думал, до 16 можно. Comedy Club, давай. Я тебя понял. Запускайте машину Харламова. Да, батруха.
Батруха! А может это машина этого, как его? Павла Воли. Выйдут не все в жопу. Браво! Обидно. Угадайте, мы скоро руки отрежем. Давайте... А пока что скотч. А пока что... Пауза на канале. Добро пожаловать на вторую часть игры «Цвет денег». И у нас играет Максим Волков. Две машины позади. После второй машины у нас статистика бесконечная. И что осталось по цветам? Незадолго до перерыва игрок выбрал машину скотч. Сейчас мы ему вернем войс. А то тут шалили во время. Скотч решает все. Плюсовый. Решает скотч и плюсовый. Поехали. От 6 до 14. И хватит. Сейчас я походу полечу. Не факт. Розовый. Я понял. Зал. Лал. Запускаем шарманку. Зал лал, засал ал 6-9. Ну и вы мода, Патрик, спасибо. А пожалуйста. Все минимум. От 8. Ну, вы поняли. Блин, я даже до середочки не... Эй. Как мы поняли, вы выберете машину из той же строки или куда-то дальше пойдете? Бордовый. Ок. Итак, бордовый. Сейчас я кое-кому отвечу. От 5. От 8. Десяти, девятки нет сирены. Ну и в интерактиве я видел только Дмитроса. И все на этом. Могли бы 180 взять. У Шепеля 190. А мне, знаете, как-то пофиг на 20-ку, я все равно по середочке иду. Саманта. Полетели.
Дерево студио. Опасные зоны у нас от 9 до 13 и далее от 15 до 19. Вы ожидали 12 рублей. Угу. А теперь проваливайте. На самом деле нет. Ну, на самом деле нет, мы можем играть. Я с 677М в студию. Неправильно вы говорите. У вас... Правильно говорить. Ой, идут. Итак, вам достается коробка с вязом 677 метра. Я вам дам 5000 копеек, что вы отказываетесь из этого приза. Патрик, заткнись, запускай машину. Спасибо, Дима. А чё, Патрик у нас машину запускает, окей? Так, большая бы аудитория, кто ведущий? Я все-таки реально уже понимаю Бойцовича, когда его множество пытаются перебить. Но это уже остальных. Если игрок провалит эту машину, то игра для него закончится. Кто там на 15 хотел проскочить, попробуйте еще раз. Господин Цепель, я вас поздравляю. Минус 180 у него, молодец. Так держать. Да, так держать. Минус 180. Пожалуйста, очко! А теперь красный. Звук, пожалуйста, включите. Какой? А минус М стоит вообще? Да, стоит минус М. Вообще... Как там она называется? 170! Поехали, запускайте шарман. Да и я бы все равно не прошел. Да, кстати. Заключенный угадает, вы свободны. Я просто вас замьютил на время. Да нет, я тут вылетел, у меня дисконнект произошел. Где 19? Мада. Сверки. 19? Ну. Темно-синий. В лесу, в темно-синем лесу. А, да, Фырке было 19. Патрик был... Я ок. Патрик оказался прав. Трипл килл с нулем. Спасибо за игру. Вернется уже на следующей игре. Так, ну-ка, у нас там какой... Интерактиве сократился ли предел? Не особо. Ну вот, ты и на первом месте был, так и остался. Отбор. Голосование через 3, 2, 1. Внимание, тот, кто проголосует за форель, то её и получит. Ну тут понятно, если еще одна форель, то... Так, красный или форель? Интересный выбор.
Уже смысла нет. Нас на канале 8 человек, один ведущий. Все проголосовали. Играем в машину красную. Играем красную, потому что парень вам задницу. Не к месту вы сказали, Патрик. Поехали. Пипец! Патрик! А? Что ты делаешь? Ахаха, прекрати. Начинаем увеличивать разы в очередной раз. Лучше бы правда форель выбрали, там 4 было. Карты. Выбор в студию. Давай на максималочку. 97 рублей. Привет. Летить, колотить. Кыс-кыс, Барсик. Эму в строке. Господи. Судак, розовый тудак. Тьфу, СЛС хотел бы брать. Да я понял. Мне даже по цифрам проще соображать. Поехали. Цифрам проще? Хочешь, чтобы я писал цифры? Мне ок. Тут Дмитрос опять просит минус М. Да, пожалуйста, минус М. Ой, я вряд ли наберу 97. Вообще, наибольший выигрыш. Самый высокий какой был? Браво! Так, продолжаем угадать руки. Что? Что? Отрезать руки, хотел сказать, а теперь... смотри, чтобы тебе голову не отрезал. Копатый... Ты же заяц. Ну ты же заяц. Из материалов 200 паблика КТЧН. Как Копатыч в HD был заявлен на возврат в обращение, но он был возвращен в обращение. Ну еще, но давно. Увеличится. Я бы на 16 остановил, были на 17. А я туда. Размечтал. Надо было это делать секунду раньше. А стоп, я разве я сместился, смотрите. Но у меня пришло... Патрик, здесь важную роль играет пинг, так что извините. Обаным, мать твою, блин. Короче, выбирайте следующую машину. Да. Денис, как вы говорили? Здоровенный. Здоровенный. Здоровенный мужчина. Ах, здоровенно сексуально мужчинная ясь. У Дениса был 14. Это не ясь, а язище, нам говорит Дмитрос. А сколько ясище? Среднем... Программы язище не ждите. На кило 4 больше не тянет. Рюма, 97. Ну, первый 87, а сейчас 97. Ладно, в следующих отборах я не играю, все. А зачем вы играли в этом отборе? Ну хз я вообще, какие суммы маги весь видит, поэтому рискнул, чему ибо нет. Я точно не жажу, ну куда? Максим, я вас поздравляю. Ну я тоже так думал. У вас, плю, у
100, но со знаком плюс. Сульп. Сульп. Продолжаю веселье. 13.86 среднее. Выбирайте четвертую машину. У вас ноль. Это судьба. Итак, золотой. Сегодня же засяду и доделаю до конца Сэйди Снилю. Ой, блин. Ой, Сэйди. А не мешало бы доделать Сэйди Снилю. Я люблю Сэйди Снилю. Просто там так получилось, что саундпак увеличится в два раза. Ты чё, Денис, там и так много звуков среди сил. Ты ещё хочешь разбавить? Естественно. Естественно. Он хочет разрыть его с фабулча. Ну и дайте Патрику 4-0, пожалуйста. Если он это сам сделает, то будет у нас 4-0. 10 минимум, максимум... А, блин, я же забыл, что один... Но у тебя большой разрыв от второго места. Да пой, я вообще не верю, я еще хочу большего. Давайте 17. Все. Кристо. Я не будет. Руля не будет. Ваня, такого... Что? Ну, у меня что, плюс или минус? 140 с плюсом. Слава богу. 140 очков. Но жалко, что не 147. 140 очков в подходе, в остатке 76. Цветы уйдут. Да, пожалуйста. Оливковое знание. Всегда радует нас, Винтерс. Спасибо. Мада. О, господи, боже мой. Будьте рубль. Удачи вам. А тут 8 будет. И я, походу, забанковал. Спасибо, Дмитрий, что забанил. Спасибо. На своем канале. Заяц взял 80 очков, а ну тут больше 9 рублей. А, ты разбанил, но уже инсайдс. А я, пожалуй, потяну. Тяни до сирены. Дмитро 150 очков. Дима Данилович 160, и на этом хватит. Статистика у нас 13-40. Ну, если тут 20, то не будет обидно, ну чё, было 20 было. Кстати, знаете что? У Георгия Шепеля 180 очков. Ну а как? Шепель разошелся не на шутку прям. Я так скажу. Наконец стал Гаркасьянов, я вас не вижу. Это очень странно. Или вы не играете? Потому что я не играю, я скрипт пишу параллельно. Святой Люц. А статистику знаем, святой Люц. В банке... 30-ка. Хотя давайте пробьем то голубых, пожалуйста. Вряд ли я сделаю это. Добьем голубых за 300. Которые отсосем тракториста. Эх ты шалун. Шалун какой, а? Покарайте он за это. Наша национальная группа убедительная просьба будет воздержаться от таких шуток. Спасибо. А, это? Да, пожалуйста, господи. А, Дмитрос предлагает на финальную игру не допускать Патрика. Дима, я Патрика не могу не допустить до финальной игры, потому что он на втором месте в интерактиве.
Вот. Ну 7 рублей. Что веселее. Ну все как-то за проигрыш, наверное. Нет. Не. Так, что у нас по суммам? Да, мы еще можем играть. Но если уже проиграю, то есть пятый, но уже фиаско. Если ты сейчас проигрываешь, то игра окончена. Да. Да, именно это хотел сказать. Угу. А я тем временем скажу, господин Угадаец, не умеете считать? А что господин Угадаец сказал? Я думал, что он проиграл после этой машины. Господин Заяц, какие суммы вы видите в столбце номер 4? Ну, это уже не важно, Вань. Правда. Поехали. 1 рубль. Пожалуйста, соберитесь. Угу. С мыслями. Слух от Митроса. И все. Ну, 97, ну это точно нереально. Ну, возможно. Мое предположение было бы такое. 19 у нас спряталось в серебряном. Все такие серебряные, ясь. Ну, спасибо за игру, короче. Ну и последний отбор мы уже не успеем. Точнее, последнего игрока мы отыграть не сможем. Но зато мы сможем узнать, кто сыграет. Кто начнет финальную игру. Мада. Дима Трофимов, я за кадром тебе объясню. Запускаем машину. Патрик, ну что ты делаешь? Поехали. Yeah. Это читер, ребята, это читер. Что? Патрик потом начнет следующую игру. Он гуглер. Он гуглер. Да, Патрик читер, все. Гуглер хэшев? Друг мой, я не умею гуглить хэша. Да ладно. Ты только что это продемонстрировал. Результат лицо. Так, сейчас мы кое-что сделаем. Ну да, потому что на следующую игру. А бонусная игра прямо сейчас. Вы все помните, что у нас интерактив все время переносится? Да. Что? Так. Да. Юрасик, Патрик и... Внезапно, Дима Данилович вышел на третье место. О, да. Я считаю так. Есть ли смысл сбрасывать интерактив? Так, о. Так, в финальной игре будет сделано так, что 2 раза подряд нельзя будет проходить в игру. А, ну как. Так. Не, ну все-таки, чтобы все были на равных условиях, чтобы сбросить. Я бы все-таки оставил. Мада, да.
А, Димон, что бы сделал? Сыграл бы Бэдлита? Я бы, знаешь, я бы на равных условиях, чтобы все были на равных условиях, я бы сбросил на хотел. Играем в бонусную игру. Извините. Щищ. В таком случае мы уйдем на небольшую паузу, а после вернемся. Ну, Юрасик, извини, ну, конечно же, ну, слушай, мы уже тянули так долго, раз, ты уже так на, ну, поэтому я считаю, чтобы сыграть наконец-то этот интеракцию. Ага, короче, этот, Патрик да читер. Добро пожаловать на финальную часть игры «Цвета денег». У нас интерактивная игра, по итогам которой все-таки тройка решилась играть накопленное. Итак, мы приглашаем игрока, который занял третье место. Это Дима Данилович, набравший 3180 очков. Оу, что нам завезли? Ну и Сас 38 у нас спрятался в строку. Дима, давай. Паливай! Спасибо за подсказку. Может, игрок сам решит, какую машину играть? Какой цвет играть? Судя по крику, я понял, какую. Стоп! 70 очков! Тейлор не отстает, два раза по 60. 170 очков. Запускайте шарманку, что вы там тянете? Потенциальный выигрыш 36-80. Это как-то вы дортс пересматривали. Окей. 20%. Ну, неплохо, да. А где было более, больше? Джинсовый, наверное. Патрик идет нафиг, потому что я думаю, что это... Ну, ищите сами, где там было 20. Серый цвет. Спасибо за игру, 7 рублей 36 копеек. Патрик, возвращайтесь. Возвращаемся. Айц, блин. Задание отсюда. Дерзайте. Выбираем. Мы выбираем, нас выбирает. Луна. Как это так, часто не совпадает. Луна. Какой же потенциальный выигрыш у игрока? Сейчас узнаю. Точнее, сколько он выберет? На 16 рублей больше. Включите свет, нифига не видно. 13. 25, браво, браво! Ночь, улица, ночь, улица, фонарь, усосающийся. Что? Я сейчас говорил разве это? И Патрик стал калекой. Так, эти забрали 25. Получается... Юрасик должен забрать 30, да? Ай, близко. Здесь. Максимум было в темно-синем. Спасибо за игру. Одну машину, все. Ну ладно, спасибо за игру. Максим должен сейчас взять 30 рублей. Ну, 30%. Знаете, друзья, Максим Волков долго делал игру. Так он шел
к этому. А теперь он попробует отдалить, сколько он сможет. В бонусной игре Максиволков. Знаете, конечно, сейчас пафосно позвучит. Король интерактива цвета. Знаете, Максим, вы претендуете на название чемпиона этого сезона. Прекрасно. Вы еще мне кубок специальный отлейте. Давайте зеленый. Итак, зеленый цвет. Хахалей, бахалей, счастье, мочащие. Одунуть. Класс. Дмитрос, кстати, перепутал со знаниями. Поехали. Давай, Максим, 30%. Сейчас 25% будет. 30. 20. 25. Стоп, хватит. А нет, не хватит. 40. Тоже ничего на самом деле так. Покажите сами машины. А где могло быть максимум? Вот наверняка где-нибудь рядышком. Ну. Через машину. Бесконечно, ясно. 2788 тоже неплохо. Спасибо за игру. Ну что, мы сбросили весь интерактив. Следующая игра будет уже в предновогодний уикенд. И это мы все проведем с чистого листа. Наша игра подошла к концу, а после меня сделка с Димой Даниловичем. Не помните? Без фаб. Цвета могут быть совсем. Какая хорошая песня. Круги круглыми. Какая умная мысль была только что произнесена. Цвет денег, только на ненавзрачивости. Монарх.